У п'ятницю відбулося засідання Ради морського порту «Чорноморськ», в якому прийняли участь керівництво Чорноморської філії Адміністрації морських портів України міста Чорноморська, державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», приватних стевідорних компаній та портових операторів, які співпрацюють з портом. Учасникам засідання, начальником Чорноморської філії Адміністрації морських портів України В'ячеславом Волошиним була надана інформація щодо загальних показників фінансово-економічної діяльності адміністрації морського порту «Чорноморськ» за 9 місяців поточного року. На цьому слайді ви бачите динаміку позитивну росту грузопереробки по всій акваторії порту. У 2016 році 18848, у 2017 році 21 880 000. В 2018-м 21 535 і за 9 місяців 2019-го, ще раз повторюсь, 18 809. Тому ми очікуємо по состоянию планируємо грузопереробку за год. У нас в плані стоїть 23 900 000 тонн. По факту, зі здержаним оптимізмом, ми очікуємо грузопереробку порядка 25 мільйонів тонн. Також були розглянуті пропозиції щодо внесення змін до плану розвитку порту, зміни та доповнення до обов'язкових постанов та зводу звичаїв по морському порту «Чорноморськ», підготовку до роботи в осінньо-зимовому сезоні та інші питання функціонування порту. Також була надана інформація щодо стану проведення ремонту понтонної переправи так званої гідротехнічної споруди ГТС-3108. Сегодня прошел совет морского порта Черноморска. Действительно обсуждались насущные вопросы порта. Была действительно живая дискуссия, которая показала, что в администрации порта, да и всем порту происходит здоровая конкурентная среда. Администрация порта предоставила данные о эффективности развития порта, о том, что динамика роста сегодня по сравнению с прошлыми годами действительно происходит. Жизнь порта – это напрямую связано с жизнью нашего города, и мы в этом заинтересованы. Сегодня на совете морского порта также обсуждался вопрос о готовности понтонной переправы. Было сегодня озвучено, что понтонная переправа готова на 90%. Сейчас идут подготовительные ремонты по покраске этого понтона. В зависимости от того, какие будут погодные условия, мы надеемся, что 15 октября понтонная переправа будет функционироваться и можно по ней будет передвигаться. Членів Ради порту турбує питання реальності нових інвестиційних проєктів, які вносяться до плану розвитку порту «Чорноморськ», та відповідності їм наявної транспортної інфраструктури, яка вже зараз не відповідає потужностям стивідорних компаній. Компания «Лесуа Терминал» является портовым оператором в порту Черноморск. Работаем мы с 2001 года в порту Черноморск. Сегодня мы были приглашены на заседание Совета порта, как члены Совета порта. В процессе рассмотрения повестки дня был рассмотрен вопрос развития компании «Транссервис», которая также является портовым оператором в порту Черноморск. То, что было нам представлено, к сожалению, мы не могли за этот проект проголосовать именно от компании «Транссервис», ввиду того, что, первое, когда приглашали нас на заседание Совета порта, нам заранее не направили проект. То есть мы на момент голосования, только в момент проведения Совета порта, увидели этот проект, визуализацию его. К сожалению, опять же, проект носит просто визуализацию определенного будущего возможного строительства, но он не является основополагающим, и мы не можем быть уверены в том, что он действительно такой вид будет иметь. Почему я на этом делаю акцент? Потому что и «Ресойл Терминал», и компания «Транссервис» являются смежными компаниями, смежными портовыми операторами, которые оперируют на соседних причалах. «Ресойл Терминал» оперирует на 11-м причале, компания «Транссервис» оперирует на 12-м причале.
Поэтому для нас очень важно то развитие, которое уже у нас находится в плане стратегического развития порта, чтобы его можно было реализовать на все 100%, и тот план, который на сегодняшний день предлагает компания «Транссеверс», абсолютно не мешал нам в этом развитии. Мы поэтому сделали акцент, что все же считаем, что на совет порта, во-первых, заранее должны быть предоставлены документы всем участникам совета порта, которые должны заголосовать за этот проект, чтобы можно было с ним ознакомиться, также понять позицию в целом этого строительства. Второй момент. Считаем, что на момент голосования должны быть показаны не просто слайды, рисунки, а все-таки какое-то ТЭО, которое мы можем оценить и понимать, что действительно это ТЭО, то есть предварительный проект, он будет, ну, возможно, не на 100%, но хотя бы на 90% будет соответствовать действительности. И, к сожалению, то, что нам сегодня было показано, мы не можем знать наперед, что действительно так оно и будет впоследствии реализовано, и не будут нарушены и наши права. Также существенный момент, я делаю сейчас акцент не только на развитие компании «Лесол Терминал», но и на сайте порта, в том числе это был поднят вопрос, проблемно это и развитие самого государственного предприятия АМПУ. Для того, чтобы развивать любой инвестиционный проект, необходимо развитие определенной инфраструктуры. Учитывая, что компания «Транссеверс» со своим проектом выходит на планируемые объемы более 2 миллионов тонн в год, соответственно, нужно увеличивать железнодорожные развязки, то есть приемку железнодорожную, автовыгрузку. Но в данном проекте это не было учтено. Поэтому мы очень надеемся, что данный проект будет надлежащим образом оценен не только членами совета порта, но и самое главное государственным предприятием АМПУ, которое также заинтересовано, чтобы все инвесторы могли работать в порту, но при этом были надлежащие условия для возможности обеспечивания такого грузооборота в порту. На Раді порту Чорноморськ було также розглянуте питання прийняття до її складу нових членів.